Дорогие друзья, приглашаем вас на цирковое шоу «Лесная братва», которое состоится 7 октября в 14:18 часов в клубном объединении «Меридиан». Впервые у нас в гостях артисты Санкт-Петербургского цирка с эксклюзивной программой, в которой примут участие бурые медведи, южноамериканские пумы, кавказские волкодавы, самоедские лайки, тропические змеи, аргентинские попугаи, жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты, а также покорители детских сердец, веселые клоуны, клёвые. Полтора часа незабываемых эмоций. Билеты можно приобрести в кассе по телефону 7-76-96, категория 0+. Срочно продадут трехкомнатную квартиру улучшенной планировки на 7 этаже в доме номер 20, корпус 1, по улице Строительной, площадью 67,5 квадратных метров. Цена 1 050 000 рублей, возможен торг. Подробности по телефону 8-912-555-92-35. Продадут в центре города Темрюк трехкомнатную благоустроенную квартиру улучшенной планировки. Второй этаж пятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь 74 квадратных метров. Кухня 9 квадратных метров. Комнаты раздельные. Лоджия, балкон, санузел раздельные. Шаговой доступности школа, рынок, супермаркет. До Азовского моря 10 минут на машине. Цена 3 200 000 рублей. Подробности по телефону 8-918-489-10-34. Продадут частное домовладение на берегу Азовского моря 200 метров. В поселке Пересыпь Темрюкского района, Краснодарский край. Два дома соединены между собой стеклянной верандой. Первый дом 72 квадратных метров. Две комнаты плюс кухня. Второй гостевой дом 24 квадратных метров. Две комнаты плюс мансарда 17 квадратных метров. Постпостройки баня и гараж. Участок 11 соток. Есть плодовые деревья, виноград, инжир. Цена 5 200 000 рублей. Подробности по телефону 8-918-489-10-34. 13 октября в 19 часов в МКО «Меридиан» стендап-концерт Сергея Орлова. Билеты можно приобрести по ссылке. Телефоны 8-912-952-10-51, 8-912-094-10-45, категория 18+. Разместить информацию в программе телегазета вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.